Так, ребяточки, я вчера, да, я собиралась, думаю, может, я что-то засниму или на стрим выйду, потом до Нейсона, потом я еще не созрела, потом сейчас надо стирку поставить, быстренько домой приехать, мне с часу 30 до 8, ну, в принципе, можно приехать на час 15 или завтра вместо 9, с 9 до 4 приехать на, он, с 9, о, сори, завтра с 10 до 4, это классно, с 10 до 4, можно завтра 15 минут доработать те, что они мне там поставили, я не увидела. Или, короче, они мне все равно, они в последнюю минуту поменяли, а рассказывают, что они меняли. То эти 15 минут, я говорю, я доработаю и приеду или сегодня на час 15, или завтра в пятницу на 9.45 вместо 10. Доработаю, а еще 15 минут, 3 фунта. Мне хорошо. Пусть будет на сэндвич. Потом в системе она будет показывать, что я там не то время не совпадает, но я же предупрежу и скажу, помнишь, мы договаривались, что я доработаю 15 минут. Я не хочу терять никакую денежку, если мне дали эти часы, вот они, ну, как бы посильные часы мне дают сейчас, то я хочу, чтобы все, я отработала даже 15 минут, даже 3 фунта не ушли в никуда. Копейка, рубль бережет 3 фунта, берегут 10 фунтов. Вот это я так размышляю. Шикарный рассвет с такими облачками. Так, вот мой новый телефончик. Ну, уже показывала, здесь погоду нам показывает. Так, 3 градуса, да, 3 градуса. Такие апы Нейсон не установил. Ну, они были, как бы он мне там все сделал. Так. Здесь у меня. Так, где-то у меня здесь. В имейле. Так, сейчас быстренько. Ладно. Что-то я себе высылала. Какие-то размышления по поводу. А, ну, быстренько прокомментирую, там, Марина Лайф влог, влог, одна из ее последних историй, когда женщина, леди в Беларуси вышла замуж в 60+, и получается, смотрите, у нее два сына, там, у нее было, там, сколько замужеств, 2-3 замужества, может, 3, и всего лишь у нее было, в общем, и два сожителя, например, да? Так примерно 5 отношений за ее жизнь 60+. И это ее третий муж. У нее была дача. Она ее продала. Дача и квартира. И сейчас, по-моему, муж есть. Дача и квартира. То есть нет, дачу она продала, поделила деньги на 3 части. Себе и 2 сыновьям. Ну, или от первого, или от второго брака. Значит, дачу она продала и сыновьям раздала каждому 1/3. Каждый 1/3 получил. Квартира, что с ее квартирой, я сейчас пытаюсь понять. Она ее сдает или что? Живет она в квартире этого сейчас мужа, с которым они расписались 60+. И теперь она говорит, а вдруг ты умрешь первым, ну, сказала ему, и твои сыновья придут и выгонят меня из твоей квартиры и заберут твою дачу. Так это их наследство. Я вот не поняла вот этой логики. Это сыновья этого мужа ее нового, третьего, от предыдущего брака, сыновья. И получается, он их лишил наследства. Или просто это будет делиться потом между женой тоже, между этой женой и теми двумя сыновьями, которые есть у него. Ты своим сыновьям уже ты продала, решила продать дачу, ты своим сыновьям как бы часть наследства отдала. А, ну, еще у тебя есть квартира, которую там твои сыновья поделят, например, да, когда мама не станет. Почему ты лезешь в наследство? По всей, вот я всегда справедливо пытаюсь рассудить. Почему ты лезешь в наследство
вы, леди, почему вы лезете в чужое наследство? Это наследство этих сыновей этого вашего мужа. Но она хотела, конечно же, расписаться с ним, так как он ресурсный, у него есть тоже дача и квартира. Не только потому, что он ресурсный, чувства есть, все, ну, понятно, но у него тоже есть дети. Получается, вы обкрадываете его детей там от первого или второго брака, от какого брака они у него там, от предыдущего брака. У него двое тоже сыновей. Вы обкрадываете их наследство. Говорите, если ты умрешь раньше меня, твои сыновья придут, выгонят меня из твоей квартиры. Я должна быть твоей женой, чтобы этого не произошло. Он такой, да-да. Женился на ней, расписался. И получается, она украла у них часть наследства. Это их наследство. Они же не придут на твое наследство, которое твоим сыновьям достанется. Я вот это вообще не поняла. Логики вообще. Как такое может быть? Ну, то есть, как папа, это такой папа-профан. У тебя есть сыновья, да? Ты женишься на леди. Получается... Не знаю, наверное, он на нее, значит, эту квартиру и дачу переписал. Или как это возможно? У тебя есть сыновья, да? Вот это мне не понять, конечно же. Когда... Но другое дело, когда там кто-то в ссоре, или у тебя, или непутевые сыновья, там, или, ну, вот такое, как наказание, такое иногда родители делают, когда... недостойно дети себя ведут. Ну, чаще всего это происходит. Если хорошо воспитаешь детей, дети будут достойно себя вести. Такой интересный рассвет с тучками. Хорошо воспитаешь детей, будут хорошо себя вести. Кроме тех случаев, когда у них какие-то психбольные отклонения, психические отклонения, то понятно. Тогда уже это... какая-то не та генетика, это понятно. Или влияние общества, или какие-то генетические отклонения. Ну, не в ту компанию попали. Но если, в общем, это хорошие дети, неужели отцу не хочется оставить наследство своим детям? Я вот этого не пойму. Что это за отец? Как бы там ни было, развод, не развод. На Западе в жизни бы она бы этого... Но она бы в жизни бы такого не добилась. Ты его, ну там, если они или вместе жили, ты, или если была сожительность, если вы жили, ну они жили вместе. Ты его там, потом ты стала женой. Ты стала его женой, да? Но это ничего, на Западе это ничего бы особо не значило. Он бы мог сразу написать завещание, что в случае чего... я делю мое наследство, там квартиру и дачу, дачу и квартиру на три части. Если я уже хочу тоже жене своей оставить, она, мы же с ней живем в хороших отношениях, она у меня такая хорошая жена. Это было бы более справедливо, если человек пишет завещание, но тоже неизвестно, кто кого переживет в таком возрасте, когда там. Под 70 за 70, под 80 за 80. Здесь никто не знает, кто сколько проживет. Но если она хочет свое... Но она себя хочет обезопасить, называется, да, в финансовом плане. Она, например, ну, с ним проводит время, она готовит, она никогда особо не зарабатывала, всегда жила больше за счет мужей. Бойфрендов, но всегда она мало зарабатывала. И говорит, девушке-леди найти хорошо оплачиваемую работу сложно, трудно. Но если никто не выучился, то да, сложно и трудно. Если ты получил более-менее профессию хорошую, то да, ты будешь лучше зарабатывать. Это что же, получается, леди не задумывалась, как бы ей зарабатывать побольше. Она жила за счет мужей, которые у нее были. В следующей части, ребяточки, кому интересно.